вернее, давали советы, как встретить Новый год таким образом, чтобы этот год был счастливым. Мы всегда себя вот так накручиваем, программируем. Это опять-таки из поколения о том, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому у нас есть бессознательные психологические ожидания. Те объекты, те отношения и те мысли и чувства, которые мы переживем, ту вовлеченность, которая будет во время новогодней ночи, мы будем бессознательно постоянно вытягивать в течение всего года. Секунду, что именно эмоции, вот те, которые Все, будут. весь комплекс. Это есть комплекс. А из чего состоит комплекс? Эмоция, восприятие, образы, лица, фигуры, объекты, отношения. Например, мы увидим какого-нибудь президента, не суть важно какого, и он у нас вызовет вот такое вот чувство протеста, возмущения. Окей, мы весь год проведем в Протесты, конфронтации с возмущения. окружающим миром. Так, Одно мне хорошо, надо ваш совет. избегнуть любых политических объектов, любых политиков, поздравления от них, просто даже когда, шановные украинцы, витаю вас, И все равно не мгновенно надо. выключить любой То есть встречать Новый год без телевизора. без телевизора, совершенно однозначно. Я могу четко сказать, То огромное есть телевизор средство. это как проклятие какое-то на год, да? Но, собственно говоря, во всей Европе 30% населения телевизионных программ не смотрит. Это архаизм азиатский. Хочешь жить как европеец, иди на площадь и встречай как европеец Абсолютно, без как телевизора. европейцы. Или подключи его к интернету и смотри приятный фильм, приятный концерт, который хотелось бы. Но, естественно, Новый год, это компания, это разговоры. Зачем собирать компанию, если вместе смотреть Телевизор. совершенно ненужные нам программы? Неважно, на каком языке, неважно, с какими пожеланиями. Неважно, что человек говорит, важно, кто говорит и важно, зачем. Так. То есть нам нельзя допустить свою встречу Нового года этого условного президента, да? Не только президента, никого, ни парламентария, ни министра, ни политического деятеля, ни Нам оппозиционера. надо вырубить телевизор и пойти на свежий воздух. Ну, господи, найдите интернет-канал, в котором будет хорошая музыка, включите его и встречайте Новый год в приятном разговоре о том, что было хорошего, о том, что будет хорошего. Вот это, кстати, перетекающий всю новогоднюю ночь вы должны прекратить решать проблемы. Это Не думать о не только проблемах, не да? думать, не думать об их решении. Нужно сосредоточиться только на победах реальных. Не вот этом вот абсурде, там, на параде, когда Порошенко говорит, мы победили. Кого мы победили? Мы разгромлены, реально разгромлены по всем фронтам. У нас победа. Победа – это когда мы захватили населенный пункт, поставили свой… Нет, не тогда, когда они ушли и обменяли Славянск на Донецк. Это не победа. Это договорняк. Вот когда мы в результате танковой атаки разбили, разгромили, захватили. Да, таких фактов нет. Поэтому нужно говорить не о… Психология называется эффект Поллианны. Эффект Поллианны – радуйся тому, что у тебя нога только сломана, а не отрезана. Нет. Не нужно радоваться тому, что стакан наполовину полный, пустой. Порадуйтесь тем чашечкам, стаканчикам, которые были полностью заполнены. Пусть их будет 2, 3, 4. Вот обмусольте их. Вспомните все, что было самое лучшее в течение этого года. Хорошо.